Считается, что собаки выбирают в первую очередь хозяев, а заодно и дом. А вот кошки выбирают дом и только дом. Для них важен уют, а не человек. Конечно, человек им тоже важен, но практически в качестве прислуги, чтобы вовремя покормил, погладил, когда ей необходимо, прибрал за ней туалет. Ну и дальше в том же направлении. А у меня появилась на участке вот такой гость. Молодая курочка. Откуда она прилетела? Почему выбрала наш дом, непонятно. Почти месяц гуляет по нашему саду, грядкам. Вторая половина октября. Заморозки были, да и вообще так промозгло, неуютно. Постоянно дожди, она не улетает. На ночь пристраивается то на крыльце, то под крыльцом и сидит до рассвета. Просто даже жалко ее становится, бездомную. Но не в дом же ее забирать. Поймал я ее как-то поздно вечером, сонную, и отправил через забор к соседу. Ну, не знаю, чья она, а вроде сосед держит птицу. А на следующий день она снова во дворе. В следующий раз перекинул к другому соседу. И что вы думаете, вернулась? Выхожу, а она ко мне и что-то как бы пытается сказать. Землю гребет, пытается что-то найти съедобное. Но вот всем видом показывает, чего не покормишь-то. И что теперь делать? Может, это и не курица вовсе, а какая-нибудь утка перелетная. Нет, это я шучу. Курица, конечно. И молоденькая еще. Первого года жизни. Говорят, мозги как у курицы. Кто неравнодушен, посоветуйте, как с ней поступить. Но прошу учесть, хозяйство я заводить не собираюсь.